суп в холодильнике, чтобы никаких чипсов не хомячил. Да хорошо, какие чипсы? Чтобы суп поел. Да, хорошо. На, ты что делаешь? Блин, смотри, что? Какой у тебя чехол грязный уже. Давай тебе новый сделаю, смотри. Нам понадобится силикон и... что это? Это пакет. Пакет я одеваю, чтобы не испортить телефон. А ты можешь испортить мой телефон? Конечно могу, я вообще все могу. Эта фигня же будет горячая. Да, но она быстро остывает. Ты можешь не с камеры начинать? Сейчас тебе узорчик прикольный сделаю. Прошло 3 часа. Не прошло, не ври. Делаем бортики. Интересно, из чего ты будешь мне шубу делать? Ну что, ты готова? Давай. Ну что, ты готова? Давай. Чикс. Оп. Да ладно. Да ладно, это что за уродец? Как тебе? Такой урод. Зато индивидуальный. Такого нет ни у кого. Это? Ну а где верх? А зачем верх? Это просто такая кепочка. У меня уши, смотри, какие. Твои уже проблемы. Иди сюда, малышка, давай. Ой, какое красиво. Кристина решила внезапно рассказать, что здесь есть 2 комнаты, которые закрыты, и хозяин сказал, туда не заходить. Очень вовремя ты уточнила. Алита! Алита! А вы знаете, что у нас и внизу 1 комната? Это 3 уже получается. 3 комнаты закрыты. То здесь, по идее, могут жить больше людей в закрытых комнатах, чем нас. Бля, я не усну сегодня. Но я серьезно говорю, вдвоем тут спали, как? Не вдвоем получается. Не вдвоем. А почему мы с самого начала не хотели посмотреть на комнату? А никто не говорил про нее. Ну не надо, пожалуйста. Нет, все. Можешь эту штуку убрать, пожалуйста? Да. Помните, я ходил на квест, и у меня обосранные штаны были. Так вот, это пожестче гораздо. Ладно, пойдем. А что это звук-то? Это что было? Блять. Я говорю, вы... Да ну нахер, я не пойду туда. Нет. Что это? Да это машинка. У меня мурашки. Какая машинка? О, как же легко. Как же легко.